Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы посмотрим на витрины, увидим, что модно и самое главное, как нам предлагают это носить. Очень интересный способ носить два ремня, либо взять один очень длинный, сейчас такие можно найти в продаже, хотя и с трудом, и обернуть его несколько раз. Это смотрится очень женственно, поэтому, на мой взгляд, это очень красиво. Вам подойдет ремень, в котором не нужно прокалывать дырочки. Это, как правило, ремень, который представляет из себя сплетение нитей либо кожаных жгутов. Очень популярны широкие рукава на резинке. Они могут быть длинными, могут быть 3/4, либо короткими. Рукав на резинке очень широкий. Я не знаю, как правильно он называется. Кто шьет, подскажите мне, пожалуйста. Это абсолютный тренд. Он присутствует на платьях и также на блузах. Розовый цвет во всех его проявлениях, все-таки больше похожий на очень популярную в зимнем сезоне фуксию, это тоже абсолютный тренд. На второе место, если говорить о цветах, я бы поставила по популярности яркий зеленый. Формула, как я люблю говорить, пиджак плюс что-то, и под что-то я подразумеваю абсолютно любой ансамбль, любую компоновку и любую вещь, эта формула крайне популярная в этом сезоне. Внутри этого магазина я снимала и показывала вам модную обувь. Посмотрите, ассортимент пополнился. И в целом можно говорить, что в этом магазине байер предпочитает классические модели обуви. И в целом можно сказать, что обувь мало видоизменилась. Единственное, что практически, и именно практически, потому что все-таки он присутствует, ушел закругленный мыс. Традиционно мыс либо квадратный, либо острый. А новомодная обувь на тракторной подошве присутствует все-таки не во всех магазинах. Многие даже не решились ее закупать и представлять в ассортименте. Перед вами пример так называемого ягодного цвета. Это то, о чем я часто говорю. Сумки этих цветов потрясающе вписываются в любой ансамбль. И поскольку сейчас даже зимой мы носим сумки летних цветов, традиционно летних цветов, то такая сумка действительно может стать универсальной и прослужит вам целый год. В последнее время мне очень нравятся вот такие босоножки на широком, устойчивом, прямом каблуке, примерно 4-5 сантиметров. Достаточно простые, удивительно, но они очень мило смотрятся практически в любых аутфитах. Вот такие женственные варианты тоже мне кажутся очень милыми, очень красивыми. Единственное, что каблук тонкий и на нем не так удобно передвигаться, как на более широком такой же высоты. Вот оно, платье-рубашка, которое в данном сезоне является абсолютным трендом. Это не просто платье-рубашка, но и, как правило, все-таки многослойная вещь, которую можно носить самостоятельно, но также и в качестве длинной рубашки с джинсами, с брюками, либо с шортами и бермудами. Льняные костюмы, безусловно, будут популярны в этом сезоне, как и любые костюмы. Я на это обращаю внимание. Действительно, сегодня видела свою подругу в белом брючном костюме. Могу сказать, что брючные костюмы любого цвета очень обращают на себя внимание, потрясающе классно выглядят, и мы в них тоже потрясающе классно выглядим. На самом деле, очень простой способ. Просто приобретя себе некоторые вещи, как, например, платье, которое сидит по фигуре, например, брючный костюм, выглядеть красиво, элегантно, при этом современно, женственно, при тех же самых затратах, как если бы мы купили любые другие вещи на те же самые деньги. Интересной особенностью этого сезона является то, что рубашку мы не носим больше самостоятельно. Как правило, она завязывается на узел, возможно, заправляется только одной своей частью. И снизу мы надеваем топ на тонких бретельках, майку, либо даже верх от купальника. Очень красивая формула. Посмотрите, брюки яркого цвета плюс джинсовая рубашка. И обращает на себя внимание тот факт, что обувь по цвету совпадает с сумкой, предложенной к этому аутфиту. Снова формула пиджак плюс что-то. Пиджак прямого кроя, достаточно длинный, который, в принципе, можно носить самостоятельно. Его длина такова, что может сойти даже за платье. В любом случае, пиджак плюс что-то – это то, что мы носим в этом сезоне. Это удобно и это красиво выглядит современно. Также рубашка стала более широкой. Мы носим ее в качестве еще одного слоя. Рубашки часто выполнены из очень тонкого материала. И действительно, даже в жаркую погоду можно пользоваться этой модной формулой. Облегающие платья, вот такие трикотажные, часто на фронтальной застежке сплошной. Это то, что я встречаю все чаще и чаще. Возможно, в этом сезоне это тоже будет тренд. В целом, если очень внимательно присмотреться к показываемым образам, можно заметить, что все они основаны прежде всего на красивом сочетании цветов. Здесь мы видим красивое сочетание голубого и коричневого. Это всегда красиво, это всегда выигрышно. Мы, конечно же, чаще всего заметим многослойность, которая достигается в том числе и при помощи аксессуаров. Посмотрите, ремни-цепочки становятся все более и более популярными.
И могу сказать, что ремни-цепочки – это тот аксессуар, который почему-то статично смотрится достаточно тривиально и очень красиво смотрится на модницах, когда они совершают первый шаг. Очень широкие брюки – это абсолютный тренд, самые модные вот в таких широчайших брюках и джинсах. Посмотрите, в этом образе модно все. Здесь и рубашка с широким рукавом, и флореальный принт. От себя могу добавить, как человек, который примерял подобные образы, что эти образы смотрятся не громоздко, но ты себя ощущаешь слишком одетой, как будто бы очень много на тебе всего разного, разных компонентов одежды. И мне, например, в таких образах, что называется, красиво, но не очень удобно. Вот такой образ, который легко вписывается в формулу брюки любого фасона, любого кроя, любой длины в бежевом цвете, выполненные из хлопка более тонкого, либо более плотного, плюс белая рубашка. Это немного напоминает стиль сафари. Это очень легкая формула к тому, чтобы ее повторить, и она всегда шикарно смотрится. Белое платье. Кстати, платье на ваших экранах, оно очень тонкое, полупрозрачное, безусловно, не подходит самостоятельно для города. Но посмотрите, как при помощи аксессуаров и, возможно, подъюбника можно эту вещь абсолютно пляжную превратить в городскую. Уже который сезон, безусловно, будет популярная обувь, которая представляет из себя не что иное, как сандалии на плоском ходу, украшенные большим количеством стразов. Всегда обращаю ваше внимание на образы, на ансамбли, в которых участвует самая обычная джинсовая рубашка. Она комфортна, она удобна, она практически у всех есть, и она потрясающе классно смотрится, и редко кто так носит. Брючный костюм популярен, цвет фуксия, либо приближающийся к нему розовый. Это абсолютный тренд, как я уже сказала в начале видео. Все больше и больше льна появляется на витринах, и в этом образе, посмотрите, снова очень красивая сумка ягодного цвета. Очень по-летнему, очень свежо, и на самом деле сумки подобных цветов встречаются в продаже достаточно редко. Рубашка, точнее блуза рубашечного кроя, это то, что всегда смотрится красиво, всегда актуально. Снова пример формулы пиджак плюс что-то, в данном случае в качестве чего-то выступает самый обычный комбинезон. В этом сезоне шорты и бермуды, как я уже рассказывала, стали более короткими, при этом более широкими, очень узкие в талии, как правило, посадка средняя либо высокая, за счет чего эти шорты очень сильно торчат. При этом ноги кажутся еще более стройными, что может быть лучше. Летние сапоги, летние полусапоги и различные вариации на тему техасской обуви по-прежнему в Италии очень популярны. Снова мы видим пиджак, плюс в данном случае уже длинное платье. На самом деле в этом сезоне пиджаки мы носим абсолютно совсем. Платье за 4 с небольшим тысячи евро, богато украшенное шитьем, стразами, бисером. Это витрина Miu Miu. Платье выглядит очень обычно, но, безусловно, шитье выглядит шикарно. Вот такие топы и блузы, укороченные с открытой спиной. Безусловно, для модниц, скорее юных, которые имеют потрясающе классную фигуру, но тем не менее топы с такими открытыми спинами и со шнуровкой – это то, что популярно. Снова на ваших экранах, на мой взгляд, набирающие популярность, в том числе и в этом сезоне, брюки бежевого цвета, как мы видели чуть ранее в образе, и эти брюки очень красиво будут смотреться, вот, например, вот с такой широкой блузой, такой городской стиль сафари, немного бохо, все зависит от того, какие аксессуары мы добавим. Посмотрите, под блузой виднеется купальник, верх от купальника точнее. Не пренебрегайте этим способом добавить цвета, многослойности в образ и, возможно, прикрыть слишком глубокий вырез, точнее, сделать его не таким явным, не таким заметным и более уместным для, допустим, образов, которые мы носим в городе. Витрины Луиза Спаньоли в этом сезоне радуют. Вообще коллекция Луиза Спаньоли, на мой взгляд, выглядит очень молодо, очень свежо. И всем, кому нравится бохо стиль, могут обратиться за вдохновением, в том числе к марке Луиза Спаньоли. И вот они, тренчи, плащи, накидки, даже не знаю, как правильно их называть, из органзы. Стоят такие тренчи дорого, около 800 евро. Прекрасно смотрятся поверх платьев на тонких бретельках. На самом деле эти тренчи родились как способ прикрыть плечи, прежде всего для праздничных церемоний, которые проходят в церкви. Так мне объяснили непосредственно в этом ателье. Если бы я выбирала себе тренч, наверное, из представленных, я выбрала бы более темный цвет, например, вот такой фиолетовый. Повторюсь, это тренчи, которые нужно примерить хотя бы один раз. Если они вам встретятся, обязательно примерьте. Возможно, эта вещь действительно украсит ваш гардероб.
Перед нами витрины марки Twinset и снова бежевые брюки. Посмотрите, это так называемая форма морковки, защипы, и при этом брюки заужаются к низу. И очень популярный силуэт блузы. Очень она широкая, широкий рукав, рукав, как правило, на резинке. В этом сезоне очень много шитья, меня это радует. Шитье всегда смотрится шикарно, иногда хочется необычную юбку, хочется платье, и такие вещи очень сложно найти, и в этом сезоне они представлены достаточно широко. Платье Валентина, которое мы до этого с вами видели в фиолетовом цвете, сейчас на витрине представлено в красивом красном. По всей видимости, при желании это платье можно носить в том числе и как блузу, если умудришься заправить такое большое количество материала внутрь брюк, либо юбки, либо, как в данном случае, представлен образ с бермудами. Открытые плечи, широкие рукава, немного испанской тематики – это то, что в этом сезоне является очень популярным здесь, в Италии. На мой взгляд, это вообще общемировой тренд. Другим трендом, также очень заметным, является вязание крючком. И все вещи, и также аксессуары – это прежде всего сумки, которые выполнены в этой технике. Связанными как будто бы крючком можно увидеть юбки, блузы и даже платья. Но прежде всего это очень популярные в этом сезоне сумки, которые связаны квадратиками и выглядят на самом деле как сумки, которые можно сделать самостоятельно. Снова платье-рубашка, и посмотрите, это прямо-таки тренд-тренд, когда платье-рубашка не только имеет фронтальную застежку, но также оно является многоярусным. Платье действительно в этом сезоне будет смотреться очень красиво и носиться по-разному, потому что такие платья, как я уже говорила, можно носить в качестве еще одного слоя и не застегивать. Вот такие кардиганы, вообще кардиганы кимоно также присутствуют активно на витринах, они очень удобны, я думаю, пользоваться будут большой популярностью. Сейчас перед нами витрина Луиза Спаньоли, которая, как я уже сказала, в этом сезоне не совсем похожа сама на себя. Коллекция выглядит очень молодо, коллекция выглядит очень смело и красиво. Очень мне понравилось платье из замши. Вообще в этом сезоне кожа не теряет своей популярности как материал. Это может быть и гладкая кожа любого цвета, и также замша тоже любого цвета. Из нее выполнено большое количество вещей. Белая юбка из плотной ткани, хлопка, выполненная примерно так, как сделана эта юбка, то есть она похожа больше на тюльпан, и могу сказать, что эта юбка палочка-выручалочка, по крайней мере для меня, и вообще белая юбка – это вещь, которую я рекомендую всем присмотреться, потому что настолько же универсальна, как и белые брюки, которые, конечно же, присутствуют абсолютно у всех домов моды, во всех коллекциях белые брюки и белые джинсы мы встретим и найдем. Очень мне нравятся такие сумки, постоянно на них обращаю внимание, их бы я внедряла в повседневные образы, прежде всего с джинсами, на мой взгляд, будет очень красиво и празднично смотреться. Снова ремень-цепочка, в данном случае Луиза Спаньоли предлагает нам подобный аксессуар в качестве нарядного, потому что комплект, безусловно, нарядный, но я считаю, что, опять же, с джинсами поверх юбок любого кроя и, прежде всего, хлопковых юбок, подобный ремень будет смотреться очень красиво, очень женственно, и это то, чего мы давно не видели. Ремни-цепочки триумфально возвращаются. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.